Добрый день, подписчики моего канала, зрители моего канала. Обзоры по-честному. Сегодня мы находимся на очередном Баняфест в городе Суздаль. И хотел бы сделать обзор площадки. Ну, собственно, вот въезд. У нас здесь представлены печи-березка. Как всегда, двухэтажный особняк с печами. Потом дальше у нас по ходу идет площадка Семеновские бани Луцан с знаменитым человеком от компании Стальмастер. Вот такие. Печь от компании Вегас и баня в купели. Ты число 30 года, колесил по Европе в сборах некого а-ля Чирка Вагнер. Вот. Баню. И с ним был его кореш Ферингер. Печи Ферингер стоят. Две бани у них в этом году представлены. Баня, которая выступала в том году, где парили. И новенькая вот банька в черном цвете. Блинные ведра. Вот такая вот баня маленькая в формате. Все печи в банях действующие. Ась-баня. ТМФ. Собственно говоря, вторая сцена. Вообще площадка вот представлена по кругу вдоль реки. Сруб. Большой сруб пар. С печами тройка. Сейчас утром снимаю, потому что днем гремит музыка и народа много. Печь от компании «Жарко». Вот такой трек. Вот такая баня. Всем знаменитый Тепловый Сухов, он же ТИС. Представлена ихняя площадка. И в этом году они сделали новинку. Вот такая печь, где можно подойти, выведены датчики, все посмотреть по дымоходу, по всему. Их знаменитый паровоз. Дальше у нас идет площадка Луцан с баней Луцан. И плавно все перетекает в Изестимовские бани. С площадкой.
облённые ведра. Каскад 40 литров, каскад 60 литров. Вот такая вот интересная стойка у них. Середина — это у нас питерский паровоз. Женя садила с его мобильными банями. Площадка Везувий. Представлена. У Везувия и одни бани, и стоят еще вторые ряд бань. Дальше площадка Сергея Смирнова, Сангенс. Она тоже представлена несколькими банями. Бани от компании Бочки.ру, и есть две печи. То есть вот такая стандартная печь Сангенс в стекле. И еще Сергей Смирнов представил вот такую печь, уже со встроенной автоматикой внизу. Это керамика. Вот такая баня-беседка. Дальше у нас идет. Это у нас площадка от компании Морж. Мобильные бани. Это такая баня, как у меня, от компании Морж. Потом мы плавно перетекаем на баню на крыше, и тут же представлено Дениса Вахова обливное устройство, которое у нас получило мировую премию как самое большое обливное ведро. Ихняя мобильная баня, которая большая для коллективного парения. Здесь у нас стоит электропечь Фауна. Вот такая огромная. Здесь проходят коллективные парения. Потом еще Денис привез пару баней шатров с электропечами. Это тоже новая разработка. Здесь можно пройти. Работает мелкий туман, душ. Вот вторая баня. Здесь стоит электропечь. Вот в таком формате. Запах стоит от сена. Вкусненький. Это Денисов. Печи Денисова. Обновленный стоит пары-жар. Я вчера по нему обзор снимал. Футурус. Такая стилизованная площадочка. Вот продукция ВВД. Обливные ведра. Пары жары.
всевозможные. Это у нас чародейка. Вот опахала. Вот пожар новый. Который теперь работает раздельно. Также привезли вот такую интересную маленькую баню. Вот наш самый лучший друг лежит, храпит ранним утром. Он в этом году у нас работает банный клуб Преображения. Преображается с утра, очищается. И переходим по тому ряду, пройдемся, посмотрим, что у нас. Кузнечные краски представлены. Чаны. Всевозможные костровые чаши. Печи. Всевозможные. Вот. Параметалловские ковши. Мобильные бани, Мобиба, всякие варианты. Здесь у нас подходят Polaris, композитные купели премиум класса, площадка. Баня колесница на всех парах, жар птица. Это та баня, на котором на позапрошлом банефесте я в ней работал. Парил людей, видели мои обзоры. Сейчас ее перебрендировали, она принадлежит другому бренду. Но баня классная. Там стоит печь Денисова и стоит печь пары жар. Бани бочки Сабантуй у нас тоже заняли свое место. И идем сюда. Утром прохладненько, хорошо. Ветерочек. Барские купели. Выставка. Площадка Технолит. С печами. Вот такая вот у них печь. Лежаки. Здесь два чана.
Баня Фест только начинает просыпаться. Представлена Чистопар с ихними всевозможными изделиями. Дальше у нас Чан Мастер. Вот такой самовар, как всегда, с несколькими видами заварников. Купили. Вот в этом году даже вот такое произведение искусства есть. Подвесная купель. Полностью со ступеньками. Купель подвешена на цепях. Вот такого плана купель для улицы. Небольшая. Дальше у нас представлена вот такая банька от Лес Казани. Тут у нас есть образцы всевозможных электропечей. Ну, и дальше у нас Прометалловская площадка. Прометаллу, как обычно, здесь стоит большой автобус Мобитрек. Ну, сейчас выйдем. Пройдемся по той площадке. Здесь тоже представлены всевозможные торговые площадки. Они закрыты. Наш друг Чугунный Макс. Ну и здесь комплекс возможных вот разные паровые пушки Могола. Есть Black Баня, матрасы, валики, подушки для бани. Такие вот всевозможные торговые палаточки. С разными мелочевкой, с разными классами. Даже есть зоопарк с оленями. Сама у нас площадка расположена в Суздале, отель «Горячие ключи». Здесь много бань, порядка 20 бань. В каждой бане есть выход на собственное озеро. Это все сруб. Вот так организованы выходы.
Вот такой у нас сегодня обзор по площадке Баня Фест. Есть детские карусели, тарзанки. Развлечения на разный вкус. Большое спасибо за то, что смотрели мой обзор. Через часик-полтора здесь станет очень громко. Всех с Баня Фест!